ключи. Теперь берем шланг. О, не подходи, блядь, не подходи. Воу, а я могу умереть? До свидания. Воу. Я не умер. А, вот он, крест. Фотография для репортажа. Охуенная фотография. Можно сразу на главный телеканал. Появились клиенты, первые наши клиенты. О, выключился свет. Я туда больше не пойду. Что? Я вообще не понимаю, что это за херня. Вечерочек. Ты на канале Gunta Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в не себя или Behind Myself. Веселую, забавную игру. Так, мы в прошлый раз вылезли вот отсюда. О! Я уже даже забыл, что у меня тут инвентарь есть. А, ну да, смотри, у нас тут блокнот, фотоальбом, препарат, которым проводили лечение, картридж, зажигалка, камера. Камера. Так, ладно, пошли. Закрыто. Что-то должно быть страшно или нет? Или опять что-то смешное вылезет? Ладно, пошли. Возможно. Ой. Я слышал мышек. А, тут прям... Это я? Опять? Блин, а куда идти? Так, вот здесь тупик, по крайней мере. Окей. Сюда мы не пройдем. А, он прыгает. Подожди, может пройдем? Нет, туда вообще не хотят нас пускать. Туда нас не хотят пускать. Ну, пойдем тогда сюда. А, тут никого нет, это уже хорошо. Что это? Предохранитель. Ага, есть. Один предохранитель. До этого, возможно, у нас был другой предохранитель. Мне бы это еще все... Ой! Ты что, с ума сошел? А, ты заметил, да, что она сквозь прошла? Красиво. Ну и что? И что? Мы сюда пришли просто взять предохранитель, чтобы на нас... Ага, эти фишечки мы уже знаем. Что тут происходит? Чтобы все понять, нужно поставить видеокамеры. Надо найти место для установки двух видеокамер. Так, супер. А что так темно? Очень темно. А, это нужно заправлять зажигалку, чтобы не было так темно. Потому что вообще ничего не видно. О! Будильник. Картину поправил. Да я тут что с вами порядок наведу. Ничего. Опа. Рубильник. Позволяет включить электричество, где есть щиток. Мне кажется, нужно тщательно осмотреть эту комнату и сделать фото. Я помню, как делать фото. Тут что-то... Нет, больше нельзя. Ну пусть работает телевизор. Что это? Зажжем. Зажжем? Так, подожди, мне кажется, что нужно топливо использовать для зажигалки. Где оно? Вот это, да? Использовать. Я не могу его использовать. Я нажимаю левую кнопку, она не используется. А, у меня вон показывает слева. Слева внизу, там показывает, сколько у меня... Ой. Сколько у меня осталось... закрыть. Еще... Там кто-то есть? Вылезите, покажите мне что-нибудь смешное. Я знаю, вы можете. А, вот щиток. А почему? А, вон что-то открылось, слышишь? Я заметил. Шприц не взять. Тут ничего нету. Картридж для фотоаппарата. Супер. Тут что-то есть? Что можно взять? Это что? Таблеточки. Ничего нету. Нужно осмотреть комнату и сделать фото. Я не вижу, где делать фото. Где мне тут сделать фото? На фоне чего? Тут ничего не берется.
Я же помню, что сделать фото нужно в определенных местах. Это база. Но тут... Это не похоже на эти двери. Просто, ну... Какое фото мне нужно? Ну это же херь какая-то. Фото для репортажа. Действительно? Я сделал фото, которое нужно? Нет, правда? Это же ересь. Ладно, пойдем. Не знаю, что нам даст это фото. О! Камера! Повесил одну. А куда вешать вторую? Кто-то топает. Кто-то где-то... Кто-то топает. Я все еще тут стою. Если это я... О! А вот вторая камера. Все, камеры установлены. Свет горит. Но мы там были. А камера что-то нам покажет еще, нет? Но рубильник до сих пор не открывается. Я, короче, думал, что мы... Вот так, что ли? Я думал, что мы все-таки ее успеем пройти за две серии, но похоже... Похоже, этого не случится никогда. Что мне нужно еще сделать? Есть задание? Блокнот. Куда ж мне идти дальше? Так, господи. Камера есть. Вниз нельзя. Ну, я его поднял. О, свет включился. А, это все время можно было со светом тут ходить. Это что такое? Я могу к вам? Это вот что сейчас было? Я туда не могу попасть. Да что ты будешь делать? Может быть, что-то здесь еще есть? Но тут закрыто. Батарея. Зато включен свет. Но тут что-то нарисовано, видишь? Какая-то чертовщина. О, открой мне дверь, пожалуйста, открой. Почему ты не хочешь открыть мне дверь? Я же попросил, пожалуйста. Куда нам тут ходить? В ящиках. Они не открываются. Так, ну я же комнату осмотрел. Что не так? Картина висела криво, я ее повесил прямо. Все же было нормально. Чего пришлось тут заниматься какой-то ерундой? Куда дальше-то идти? Почему он не открывается? Так, вот мы снова включили свет. Что-то еще произойдет? Нет. Какая-то ересь пробежала. Ну, мне что, все время тыкать вот это вот в рубильник? Серьезно? А все, уже не работает ничего. Что-то еще будет? Нет пока.
Мы так всю зажигалку потратим. Кто-то появится. Понимаешь, вот самое глупое в этих играх, то, что я должен, по идее, просто ходить и пугаться, но как-то все так замудрено, что я тупо даже не могу найти, куда идти, чтобы начать пугаться. Ебануться! Ебануться, я нашел! Вот это надо было сфотографировать. Серьезно. Чтоб ты понимал, я очень долго ходил, чтобы понять, что нужно сделать. Так, фото для репортажа имеется. Теперь у нас все откроется? Нет. Твою мать, этого было не видно. Я же говорю, должно быть что-то нарисовано. Я же не глупый. Опа. Это тумбочка прибежала ко мне, ты видел? Это, если что, не я так дергал мышкой. Это дергало мышкой... Он сам дергал. Будем считать, что ты меня напугала. Вот это... Это сердце. Видишь, что нарисовали? Сердце красивое. И тут... Как много сердец. И тут, посмотри. Ничего себе. О, вот это, вот, все, пожалуйста. Оп. Что это? Что это? Блять, а можно как-то это делать адекватно? Я даже не понимаю, что это такое. Где? А, вот это низ, по идее. Вот так должно быть. Но я взял. А, ну это я опять-таки стою. Мы, кстати, как-то легко одеты. Там что, лето? Что, что дальше? Куда нам дальше идти? Блять, я заблудился в одном коридоре. Дверь также не открывается. О, тут дверь появилась. Открывай. Пойдем дальше. Ну что, там я находиться уже не хочу. Там меня вот эта вот вся система очень сильно разочаровала. Потому что я шел-шел. А там как-то так... Это... А, упала. Упала какая-то... Штучка. Все, не работает. Ладно, пойдем. Умываться будешь? Нет, не будет. Покататься тоже не захочет. А, это толчки. Блять, это что за дверь? Что за дверь? С ней что-то не в порядке, я тебе отвечаю. С ней что-то не так. О, я могу посмотреть за нее. О, вентиль. Так, используем. Чё падает? Что падает все время, я не понимаю. О, хлюпаем. А, может попробовать сдвинуть эту штуку? Какую? Вот эту? Попробовать сдвинуть эту штуку? Или ты... Ты про что? Какую штуку? Толчок ты не сдвинешь. О какой штуке речь? Вот видишь, когда как плохо, когда маленький словарный запас. Не можешь сказать конкретно, и никто тебя не понимает. Какую штуку сдвинуть-то? Что надо сдвинуть? Ее невозможно сдвинуть, это посмотри. Она не сдвинется.
Ха-ха, нет, серьезно? Блядь, это я ее двигаю, прикинь. Ключ от лаборатории. Опять что-то упало. Главное, что не на голову. Главное, что... не на голову. Я слышу... Ты теперь там сам по себе? Да что падает все время? О, здравствуйте. Тут что-то сейчас произойдет, да? Кровавый туалет. Это человек? Ой. А нас заперли. Я даже спустить не могу. А, все, нас выпустили. А этот дружбан так и будет там лежать? Эх, он нам ничего не скажет. Так, ну у нас есть ключ. Нам нужна дверь. Логично, логично. О, мы выходим. Ой, опять вот этот коридор. Он мне так не нравится. Но тут есть камеры. Это лаборатория. А? Куда мне надо было посмотреть? Куда мне нужно было посмотреть? Я все потерял. Мне кажется, нужно тщательно осмотреть стены и сделать фото. Но я вижу, что вы подсветили что-то. А, я вижу. Вот она. Фото, которое нужно потрясти. Тут теперь будет картина висеть, да? Но это тот же, я уже видел такое. А, там кто-то полз. Блять, все пропустил, прикинь. Д. А. С. Дес. И что? Это ж абы что? Что, черт возьми, здесь происходит? Нужно собрать камеры и бежать отсюда. Ну так... Зачем приходили? Вот в чем вопрос. Я иду за второй камерой. Не мешайте. Не мешайте. Пробежала какая-то крыса большая. Не обращаем внимания. Тут закрыто. Все, уходим. Никого не слушаем. Не слушаем никаких шепоты. Просто выходим. Я видел там выход. А, какие-то куколки. Нет, 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 не отвлекаемся. Нет, нет, подожди. Ловушка. А, вот дверь. Тоже закрыта. Тут же был проход как раз в эту. Мячик. К телевизору, к тому. Был проход к телевизору. Мяч можно пинать. А, нет. Я могу им играть? Схвати мяч. О, пойдем. Если кто-то нас напугает, мы у него мячом швырнем. Так что не пугайте меня. А то вам не поздоровится. Кого бросить? Вот сука. Да почему везде закрыто? Мы же уже так хорошо далеко прошли. Я ж собрал камеры, собрал. А куда бежать? Мяч, видимо, просто для прикола добавили. И он нам не поможет. Потому что... что-то еще фотографировать на стенах я не вижу. Можем зажечь. Ну, стало поприятнее, согласись. Прям вот глаз радуется. О, открылось, неужели? А можно как-то... Кто шлепает так? Тут какая-то утка. Да что происходит? Чего ты боишься? Как бы да, видишь, показывают, что что-то страшное. Но это страшно ему, не мне. Мне же тоже должно быть страшно, логично, логично. Игра сохранена, спасибо. Так, о, я вижу какую-то фотографию. Какие-то строители. Тут закрыто, это спуск вниз. Вот он, лифт. О! Что это? О, фотография. Черепок. Ну ладно, черепка я там не ожидал. Но согласись, очень странно, что он там вообще есть. Ужас.
Вот, мы собираем какие-то фотографии постоянно. Топливо для зажигалки. Слушай, а я уже заблудился. А, оттуда мы пришли. А можно как-то зажигалочку-то поярче сделать? Она у меня почти полная. А ничего не видно. Какая тьма? Какая тьма? Похоже, где-то тут должна быть страница из дневника доктора Ричардса. И ты мне сейчас предлагаешь вот в этом сраче искать какую-то одну страницу? Тут же не видно ни черта. Кнопочка не жмется. Вверх не идем, вниз не идем. Где я тебе тут, блядь, страницу-то найду? Вот она. Блядь, лежит целая страница, прикинь. Сегодня привезли семью с двумя детьми, Майкл 1 год и Мэри 5 лет. Я не хочу испытывать новую версию препарата, делать им больно и смотреть, как они мучаются. Все, кто умирали в этих стенах, приходят ко мне и разговаривают. Что-то хотят сказать, но я не понимаю, сон это или нет. Голоса становятся все настойчивее и реальнее. Это место обладает какой-то страшной энергетикой, которая питается энергией живых. Как мне сделать так, чтобы спасти хотя бы этих детей? Все, мы нашли. А то там я что-то вроде как... Тут стучит. Нужно поставить камеры, чтобы снять то, что здесь происходит. Да ты еблан, какие камеры? Ты сказал, надо бежать отсюда. Нет, надо камеры поставить. Ты сам себе противоречишь, дурень. Мы так с тобой отсюда никогда не выйдем в жизни. Я чуть-чуть поярче решил сделать. Вроде сделалось. А может даже еще сделал. Вот так лучше. Так стало намного лучше. Да, ярче. Может быть, не настолько будет страшно, но я хотя бы вижу, понимаешь, что там происходит. А то ну очень темно. Мне было темно, я боюсь представить, как тебе будет осмотреть темно. Одна камера. Куда нам ставить вторую камеру? Потому что зажигалка вообще херь какая-то, она не светит. Как положено. Так, две камеры стоят. Думаю, теперь пора сделать фото. Так, ты хочешь селфи, да? На фоне чего? Должно быть что-то, что нужно сфотографировать. Должно быть что-то, что тут можно... Будем считать, что это уже наступает рассвет. Поэтому стало так светлее. А какое фото тебе опять нужно сделать? Тут же опять ничего не нарисовано. Опять на полу. Да на пол особо-то и не смотришь никогда. А, прикинь. Окей. А, сейчас. Вот. Я использовал? Использовал. Ну, отлично. Кажется, нужно совершить какой-то ритуал. Это кто тебе такое подсказал? Это откуда ты получил? Откуда ты получил такую информацию? А, это не нужно было? Это просто крестик. Ой, как ярко стало, как приятно. Ага. Все, ищем канделябры всякие, подсвечники. Ставь. Они лежат на каких-то штуках, да? Или нет? Вот еще один. Возьми, пожалуйста. Сейчас мы все сделаем как положено. Все по красоте. Весь ритуал проведем как надо. А, и вот один вот здесь. Ты видал, как паутину можно делать? Это жуткая паутина. А, вот свеча. Смотри, сейчас свечи будем расставлять. Ага. Я беру свечу. Сейчас я возьму свечу. Можно было бы их сразу поставить несколько штук.
А, вон туда поставил. Что это такое? Это я ж звуки издаю какие-то. Ой, дяденька лежит. Дядя, а вы чё тут? А ты чё? Лядь, он как живой. Мужчина! Подъем! Это вам не спальня. Тут же холодно. Ты можешь заболеть. Весь прикол в том, что мне нужно, видишь, куда-то смотреть постоянно, а я все пропускаю. О! Здравствуйте. Вот вам уже ничего не поможет. Фотография. Для чего мы фотографии собираем? Они нам потом должны в какой-то момент жизни пригодиться. Вот напиши мне потом, тебя это напугало или нет? По мне это... Ну ты такой стоишь с каменным лицом. А, ну окей. А, ну побежал. И ничего в целом. А, все, зажигаем. И я в центре стою, да? Сейчас что-то произойдет. Что это? Нужно найти выход отсюда. А камеры заберем? Камеры заберем. А куда я еще одну вешал? Я забыл. Вот она. Ну все, все, пойдем отсюда. Не сюда? Это что сейчас было? Что это за куча уколов? О! За нами приехали. Погнали. Я могу выбрать этаж? А ничего не жмется. Ну мне же сюда. Клиник, клиник. Где эксит? Или мне что, пешком предлагаете идти? Нет. А вы так и будете валяться? Мне не нравится, что вы тут находитесь. Вот выход. Чего? Ну это было так. Немножечко неприятненько. Ну, блядь. А, я думал, он сейчас не схватится. Я думал, что будет что-то еще. Но я тебе говорю, ой, чуть не упал и не разбился. Если в плане ПТшки это рассматривать, игра, конечно, прикольная, но ну вообще не пугает. О, вот это у нас есть красота. Это что такое еще? Кто-то пытается сюда зайти? Это... Я не могу, ну это... Ну что это такое? А у меня вентиля нет! Вентиль забрать надо! Серьезно? Открыл, забрал? Прикол. Открыл, забрал. Побежали. Сейчас все будет как положено. Что я делаю? Ты меня не спрашивай. Я сам не понимаю, что происходит. К чему мы это сейчас все делаем? А, ну у нас и предохранитель есть. А если б я это все не взял? Ну, скорее всего, мы бы просто никуда не прошли. То есть ходи. Ой. В смысле? Я не могу пройти? А куда мне? Вот для чего я это все делаю. А я не могу тебя обратно забрать? Ну, видимо, все. Эта штука нам больше не нужна. Все, мы выходим. Мы спаслись. Просто я по таймингу посмотрел, что, скорее всего, уже конец. Уже... Хера себе опасно. А что там происходит? Да я все пропустил, я туда не смотрел.
Я тут охуел от того, что я могу этот матрас с собой таскать. Брать. Страница. Эти голоса, они вокруг и везде. Они не дают мне спать, они преследуют меня, пытаясь изменить мое сознание и подчинить меня своей воле. Не знаю, надолго ли меня еще хватит. Ну так я готов пройти туда. Блять, можно я отключу эту хероту? Выключи. Вот так лучше. Я трясу. Это что такое? Вот, свет дали. Представляешь, свет дали. Вот это радость. Опять кто-то бежит. О, вот так дырки нет. Вот это уже безопасно. Молодцы. Все заделали как положено. Блядь, отключись. Кто тебя включает постоянно? Так, что мы делаем дальше? А, дверь уже открыта. Супер. Супер. Пошли. Я надеюсь, что у нас будет хорошая концовка. Ведь я, видишь, я же все исследую. Я везде захожу как положено. О, здравствуйте. Это, видимо, был я. Что там такое? А, подожди. Подожди, мы там были. А, вот этот ебучий коридор. Вот это он. Я смотрел сюда. Да? Да. Что-то открылось где-то, я слышал. Вот, спасибо. Что-то опять какая-то крыса пробежала. Это не страшно. Так что ты не бойся, откройся. Ты не бойся, а ты откройся. Вот это все нам нужно. Закрывайся. Что у нас тут красивого, интересного? Ничего. Эти даже открываться не хотят. О, отлично. Еще страница. А мне не... 6. Это 6-я страница. Так, а мне можно как-то это... Я раскидал свой дневник по разным местам для того, чтобы увеличить вероятность нахождения хотя бы одной из страниц. Надеюсь, что рано или поздно его найдут и обнародуют записи. В скором времени уже буду себе недопредоставлен. Это место по... Что? Это место по... По... Чего? По... Да... Чинит меня себе полностью в наказание того, что я вынес маленького мальчика Майкла. Значит, тут 6 страниц. А я даже что-то не запоминал. А, ну может больше, но я не запоминал. Сколько мы уже взяли. И все, мы выходим отсюда. Ох уж это веселье. Ох уж веселая игрушка. Просто да, она, видишь, она должна тебя, по идее, брать, чем-то пугать. Что происходит? Ой, не могу. Она тебя должна чем-то пугать. Ну, я не знаю, что не так. Просто для меня это, ну, очень смешно. И не пугает. Ну, простите. Собрать топливо для зажигалки. Так я уже не раз забрал. Сюда чисто за достижением мы заходим, да? Эй, откройте. А время другое показывают, часики. А куда нам теперь? Тут нам уже ничего не нужно. О, открылась дверь. Да? Нет. Я же слышал, что что-то было. Я же слышал. Да, и вот видишь, если бы было понятно хотя бы, что делать. Просто в прошлой части мы прям так адекватно бегали туда-сюда. Все, вот это сделали. Потом сюда, потом вот сюда. А тут непонятно, что от меня требуют. Сфотографировать что-то на полу. Да тут ничего нету. На стенах
Тоже ничего нету. Меня теперь не хотят отсюда выпускать. Пиздец. Ой, какой кошмар. Как же неудобно она. Вот эта вот маленькая точечка, вот этот прицел меняется. Да это нереально его увидеть. Чем дольше здесь нахожусь, тем сильнее становится этот голос. Это место открывает все внутренние страхи и манипулирует мной. Последний листок дневника я спрячу в лаборатории, где проходило большинство пыток и опытов. Только собрав доказательства, ты сможешь покинуть это здание. А тут цифра-то не указана. Все, открывай мне дверь. Открывай мне, блядь, дверь. Я тут все уже, все посмотрел. Уже... Да что происходит? Уже часы пробили, все, открывай. Все, выпускай меня отсюда. Ой, какой кошмар. Что ж так глупо это сделано? Ой, какая-то херь поползла. Что происходит? О, кто-то стоит. О, открывается. Все двери открываются. Кайф. Вот это не жмется. Ща хлопнет, смотри. Поздно хлопнуло. Надо было раньше. Прям под музыку. И на эту музыку прям завершить. Было бы красиво. Было бы жутко и красиво. Здравствуйте. Бежит ко мне обниматься. Я не готов обниматься с тобой сегодня. Чё так подвисает? Не? И... Ой! Дядя! Так, это... О! Здравствуйте! О! Я с ним поднимаюсь, смотри, я на лифте. Куда мы идем? О, поехали! Вообще нормас! Вообще отлично покатались! Мне прям понравилось! А можно еще? Подожди! Блин, я хотел еще такой аттракцион! Класс, это было вообще офигенно. Ни хрена себе замок. Офигеть. Вот это замок. Я в шоке. Как темно. Мне нужно включить электричество. Да, вообще ни черта не видно. Уже рассвет. И что, ничего не открывается? Что у нас тут интересного может быть? Ничего. Тут тоже ничего. Это шприцы. Ну тоже совсем ничего интересного. Ну вы что? Чтобы подать электричество, вкрутите предохранитель в электрическую коробку. Это называется щиток. Где же эта электрическая коробка? Я ее вижу. О, дверца открыта. Хватит виснуть, ты что? Ты в прошлый раз себе такого не позволяла. Найдите рубильник. Это я уже его знаю. Да, видишь, было бы жутко, если бы какая-то херь за нами шла. И мне нужно было успеть это все сделать. А так это... Это ерунда. Насколько я понял, здесь должна быть последняя страница дневника доктора Ричардса. Найдите последнюю страницу дневника доктора Ричардса. Да хватит так виснуть. Ты что, с ума сошел? Все ж нормально у тебя было тут. Вот она. Уехал. Вот эта система. Это моя последняя запись. Мой разум уже практически меня не слушает. О, седьмая. Так, не слушает. Я практически не помню радости и смеха, которые были в моей жизни. У тебя немного времени, чтобы выбраться каждым днем. Это место становится все сильнее и начинает все больше узнавать тебя, подпитываться твоими страхами. Да, вот не мешало бы. Так, отличный репортер, супер. Не мешало бы, конечно. Думаю, надо осмотреть шкафы. Возможно, записка там. Да я уже нашел. Я уже все сделал. А, обратно идем. То, что контур хотя бы к тексту добавить.
Что было? А, чё, прикол, да? Класс. Что было, читабельно. И все. И знаки препинания расставить для удобства чтения. Да что ты тут бегаешь? Отстань от меня, шкет маленький. Что ко мне пристал? Уже... Все, хватит меня, выпускайте. Если вы... О, смотри. А, нет, все, тут... Тут это отработано, да? Хорошо. А, так это выход. Давай включим телек. Блять, знакомый шепот. Знакомый до боли шепот. Похоже, пора внимательно изучить записки из дневника доктора Ричардса. Да вы что, издеваетесь? Замки, конечно, вообще мощные. Какие, блять, записки? А, один. 8, 9, 7, 1, 8, 9, 7, 1, 8, 9, 7. А, давай попробуем. 1, 9, 8, 7. Неправильно. 1, 9, 7, 8. 1, 7, 8, 9. 1, 8, 9, 7. О, получилось. А, мне надо было наугад это все сделать. И что теперь? Я же все сделал. А, вот ключ. Вот эта система. Вот эта система. Все, нам выход. Какой сильный звон. О, это еще не конец. А, так это я у себя. Вот, представляешь, если ты не знаешь, что тут происходит, тут же темно. Это я знаю, что там стол секретарский стоит. Что такое? Что не так? Сенсация. Раскрыты тайны госпиталя, который работал в середине 20 века. Жуткие опыты, пытки, исследования долгое время не выходили дальше тех стен. Но сейчас настало время для того, чтобы кто-то за это ответил. После расследования Майкл проходил курс реабилитации в психиатрической клинике для того, чтобы снова научиться распознавать реальность, так как иногда у него складывалось впечатление, как будто снова и снова оказывается в стенах этого богом забытого места. Окей. А нажать куда-то могу? А, все, прошли, да? Так, ну это было забавненько. Можно было сделать страшно. Можно было многие моменты сделать страшно. В плане ПТ эта игра, да, мне понравилась больше, потому что ты как будто проходишь дальше, дальше, дальше. Хотя вроде делаешь одни и те же какие-то манипуляции. Хотя могу ошибаться, может не ПТ. Но в целом было смешно. По крайней мере повеселились. Не попугались, повеселились. И только одно достижение мы не смогли заработать в этом ебучем коридоре. Я сейчас покажу. О, видишь, херь какая торчит. О, видишь, пальцы. Ну, я смотрю, а мне не дают достижения, алло. Я точно знаю, что за это должны давать достижения. Дайте мне достижения. Что вы от меня хотите? А ну да, я чувак, сука. О, падла. Возможно, все дело в свете. Вот сейчас должно все сработать. Сейчас ты мне дашь?
достижение. Падаль, ну ты что-то, ты что творишь? Что за невыполнимое достижение? Это точно оно? Я должен просто посмотреть на вот эти пальчики. Вот, может быть сейчас? Сейчас? Нет, не сейчас. Ты издеваешься? Все, бегом смотреть. Теперь. Ага, вот тут какая-то чехарда происходит. Ну, пожалуйста. Что за тупость? Выгляни сюда посильней. Я ж дальше пройти даже не могу. Но я их вижу еле-еле теперь. О, во. Ну? Ну? Где они? Вот они. Вот, неужели? Спасибо. Наконец-то. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего.